Смертельный гололед. На Рижском тракте в аварии погибли мать с сыном. Их машину занесло при обгоне. От автомобиля остался лишь кузов. Легковушка вылетела на встречную полосу к внедорожнику, который ехал по своей полосе. Его водитель не пострадал. В машине сработали подушки безопасности, а вот пассажиры другой иномарки погибли на месте. Их тела спасателям пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Инспекторы ГИБДД вновь напоминают, в такую погоду соблюдать правила дорожного движения жизненно важно. Мы хотели бы обратиться ко всем водителям транспортных средств, вспоминать навыки зимнего вождения, помнить о том, что абсолютно должен быть изменен как скоростной режим, так и манера передвижения. Не нужно допускать никаких резких маневров. Без особых на то оснований не нужно выезжать на полосу встречного движения, ну и выбирать тот скоростной режим, который соответствует конкретным погодным условиям.